Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня снимаю видео из своего череночника. Он у меня находится в помещении. Вот здесь полдома не жилая у нас, поэтому пока нет отделки, использую под череночник. Такую большую комнату здесь, где-то 5 на 6 метров. И стоят столы, такой стеллажик. И все в контейнерах. Контейнера под пленкой, чтобы каждый ящичек крышку не открывать, мне так удобнее. Ну и немножечко есть и под крышечкой. Покажу поближе потом. Итак, пройдемся, кто же у нас здесь. Ипомея батат. Тут все и колиусы, все разное. Такие вот череночки. Это у меня шалфейка радонна. Черенковали мы с вами. Калибрахуа. Петуния. Здесь тоже всяко разно. Это остеосперму. Начал уже укореняться. Уже видела корешочки. Сейчас вам их и покажу. Если видно будет. Вот они. Корешочки. Пошел укореняться. Тут аргирантемум с петунией. Петуния. Здесь немножечко бегонии. Хочу показать перлит с вермикулитом. Уже пошли корешочки. Вот они, корешочки. Петуния. Это мы черенковали с вами буквально дней, наверное, около 10 назад. Астру новобельгийскую или сентябринку. И вот уже есть корешочки. Махровые астрочки. И сентябриночки. Вот он, наш красавец. Алисум Сноу Принцесс тоже мы не так давно черенковали. Можно посмотреть, когда было видео, дату. Уже он с корешочком. Здесь я сегодня смотрела. Но уже видно, некоторые даже зацветают. По 3 череночка в стаканчик укореняла, чтобы сразу пышно было. Материала хватало. В достатке был черенок. Кустик хороший, маточный. Поэтому решила для пышности сразу сделать так. Вот они еще, Алису Сноу Принцесс. И вот он, маточный мой кустик, приехал вчера. Обрабатывала в теплице инсектицидами, ядами. И принесла его сюда, потому что заметила что в последнее время, что он очень-очень-очень реагирует на всяческие яды. Сразу скручивается у него лист, кустик может пропасть. Чтобы вам на заметку, чтобы вы свой не загубили Алису. Для него там буквально пара препаратов Актара, Биотлин, и больше ничего я не использую. Это когда уже вижу вредителя. А нет вредителя, и нужды нет его обрабатывать. Аргирантемум вчера уже вытащила. Это уже еще нашла с корешочками. Вот они, корешочки. На этом сорте, видите, два сорта, и они разные, даже по листочку видно. Это цветут ромашечками аргирантемумы. Можно в грунт высаживать. У нас как однолетник, а в природе они как такой полукустарничек. В теплых странах круглый год растут ромашечки. Полные ромашечки. В смысле, махровые, не махровые. Такой востребованный цветочек, любят его. Тут немножечко немезия. Здесь георгины. Петуния. Ну, петуния уже тут пошла укореняться. Очень даже видно, когда вот позеленел череночек, верхушечка посветлела и подросла. Это уже значит укоренился. Этот еще в процессе кустик. Хризантема уже тоже укоренилась. Надо перебирать и доставать отсюда из череночника. Тут тоже частично петунию я уже забрала с укоренения. Сейчас пройдем с этой стороны стеллажик. Георгины. Патио низенькие тоже пошли укореняться, чему я очень рада. Петуния, фуксия тоже здесь есть укоренение. Вот хочу вам показать, это без всяких ризопонов, на обычном корневине. Так, здесь петуния, петуния, аргирантему другой сорт, еще пока не укоренился. Петунии. Так, здесь тоже у нас петунии. Это у меня плющик такой.
тоже интересный. Сейчас модно зеленушки. Так, тут немножечко гвоздичка и лофос. Ну, недавно поставила, корней пока нет. Фуксии. Тут уже забрала, поукоренились растения. Это остики здесь остались. Тут у меня гейхерок немножечко посажено. Укореняются. Так, здесь у нас тоже идут петунии. Но тут красная лампа немножечко искажает. Тоже петунии. Всяко разно. Калибрахуа. По несколько череночков. Потом можно поделить. И здесь отдельный такой стол у нас. Тоже здесь у меня. Вот хочу показать вам своих красавцев колиусов новеньких. Делала обзорчик. Вот я их срезала. Череночки с них, верхушечки укореняю. Но это пока не на продажу. Пока для своего размножения. Мне нужно по несколько кустиков нарастить, чтобы с них можно было потом срезами что-то уже летом предложить вам. Не все так быстро. Здесь калибрахуа, фуксии. Ну, всего всяко разно понемножечку. Тут тоже сентябрина астронова бельгийская. Здесь вот фуксии, которые я показывала. Обзорчик снимала. Такая огромная была у меня. Марбеллер Маджента Парку. Вот она здесь. Маринка. Этот марбеллер. У меня глаза здесь фуксии. Такие интересные фуксии. Здесь хризантема. Корейская мультифлора и скайфулам пельмени. Несколько сортов. Вот она, розочка Кьюти Пай. Говорила всем, что сделаю по черенку. И вот и сделала. Тут скайфул хризантема. Петунии. Калибрахо. Ну и здесь еще рядочек. Здесь у нас тоже петуния. Петуния. Калибрахоа. Для себя сделала вывод, что мне удобнее в стаканчиках, потому что я могу выбрать, кто укоренился, кто еще не укоренился, остается. Так что кропотливо, но пока так. Все и осталось. Вот он, мой фронт работ здесь весь. Такие на сегодня идут работы. Буду черенковать, начинать сегодня крупнолистную. Поэтому немножечко пропаду на несколько денечков. Буду занята черенкованием. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Присоединяйтесь. Будем выращивать много красивых, различных декоративных растений. Будет что-то новое для вас и для меня. Так что не теряйтесь. Что будет укореняться, тоже буду выставлять. Поэтому будьте со мной. Всем спасибо за внимание. Всем пока!